напомнит основные правила русского языка орловчанам помогут преподаватели АГУ. С 3 апреля в Орле стартовал русский по пятницам. Такие подготовительные курсы идут уже в десятках регионах страны. В Орле таких занятий с преподавателями будет всего 3. Помимо этой встречи, подобные пройдут 10 и за день до диктанта, 17 апреля. В прошлом году такой филологической тренировки не было. Потому, говорят преподаватели, пятерка была лишь одна. Преподаватели Новосибирского вуза разработали систему занятий, которые учитывают тот диктант, который будет предложен. Мы текста этого диктанта не знаем. Мы очень долго координировали этот проект, чтобы в нем поучаствовать, и все-таки наши орловчане смогли проявить себя по достоинству. Для орловчан это уже третья попытка проверить орфографию и освежить школьные знания. Мы участвуем уже второй год. Вот в том году это было просто знакомительно, нам очень понравилось, мы увидели в интернете это. А в этом году, ну, в том году не проводились такие курсы, а в этом году мы увидели, что проводятся курсы, но нужно как-то подтянуть. В первую очередь я считаю, что это хороший шанс повторить какие-то пробелы, может быть, запомнить какие-то правила, повторить и узнать свои результаты. В этот раз желающих подтянуть знания было около сотни. К примеру, семья Якуниных пришла в полном составе. В первую очередь, она же учится, ей же нужно все это. Вот. А мама, когда позвонила, маме сказали, что, может быть, кто-то еще хочет принять участие. И тут как-то спонтанно вот родилась идея пойти все вместе за компанию. Площадок для написания диктанта в этом году будет несколько. Библиотека имени Бунина для тех, кто желает остаться инкогнито. Аудитория учебного центра «Перспектива» для зарегистрированных под своими настоящими именами. Также принять участие в тотальном диктанте можно будет, не выходя из дома, через интернет. Кстати, под диктовку самого автора. Виктория Юркова, Константин Тимиргалеев, телеканал «Первый областной».